Домой на спецсамолете. Украинцев, пострадавших в ДТП в Беларуси, доставили в Одессу на борту военно-медицинского воздушного судна Ан-26 «Вита». Автокатастрофу, которая произошла 28 июля, зафиксировали видеорегистраторы проезжающих мимо машин. На этих кадрах видно, легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Четверо граждан Украины погибли, еще семеро попали в реанимацию. Спустя неделю двоих раненых отправили в Украину на автомобиле. Состояние здоровья остальных людей слишком тяжелое. Их можно было доставить домой только на самолете, под пристальным контролем врачей. Було п'ятеро хворих, четверо було хворих в важкому стані, вони були лежачі. Коло кожного знаходився постійно медичний працівник, і один хворий міг пересуватися сам, він в сидячому положенні був транспортований. Всі хворі перенесли політ добре, без погіршення їх стану. Такой реанимационный самолет единственный в Украине. Он оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, которое обеспечивает пострадавшим комфортный перелет. Пострадавших доставили в Одесскую областную больницу на машинах городской службы скорой помощи. Медики оценивают состояние здоровья украинцев как стабильное средней тяжести. Вылетала сегодня в 5:05 ранку с Борисполя, прибыла с белорусской стороны, почекала наших співвітчизників, допомогли нашему медичному персоналу оперативно швиденько розмістити пострадалих. Медичні працівники надали необхідну допомогу, стабілізували їх стан, що дозволило нам за 2,5 години прибути сюди до вас в Одесу. Всім пострадавшим і родственникам погибших фінансові затрати компенсують за счет государства. Мы полностью компенсируем все затраты семьям, связанные с доставкой на территорию Украины и тел погибших. И сами все мероприятия, связанные с похоронами. Принято решение губернатором об этом. Также будет оказана материальная помощь, кроме самого лечения, еще и материальная помощь тем ребятам, которые будут проходить полный курс лечения в нашей областной больнице. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. ДТП на особом контроле посольства Украины в Беларуси и департамента консульской службы МИД Украины. Светлана Меркулова, Виталий Прус, телекомпания АТВ.